Дорогие выпускники бакалавриата и магистратуры факультета управления и политики, я очень рад поздравить вас с успешным окончанием вашей итоговой аттестации. Уже совсем скоро вы станете обладателями дипломов МГИМО, дипломов нашего факультета, пополните ряды государственных служащих, сотрудников государственных корпораций, HR-подразделений крупнейших компаний мира. И я надеюсь, что вы будете представлять интересы нашего государства на самом высоком уровне. Со студентами нашего бакалавриата мы встретимся уже совсем скоро. Большая часть из вас решила продолжить свое обучение по направлениям подготовки факультета, что нас очень радует. Мы вас не подвели. И уже в сентябре месяце мы с вами встретимся уже в рамках магистерских программ. А выпускников нашей магистратуры мы будем ждать в октябре на дне МГИМО, который будет специально организован для наших выпускников, которые в этом году, к сожалению, из-за ситуации с коронавирусной пандемией были лишены возможности получить дипломы в традиционной такой праздничной атмосфере. Но я надеюсь, что и после октября ваша связь с университетом не прервется. Мы будем с вами регулярно видеться, и вы будете возвращаться к нам в университет, как в свой родной дом. Я поздравляю вас и призываю вас помнить о том лозунге, который сопровождает наш факультет. Факультет управления и политики первый значит лучший.